Привет всем, с вами ваша Силва Бутерфлай, Серебряная Бабочка. Сегодня у меня будет рассказ, ну, естественно, про парфюм. А про что же еще? И откроем мы вместе с вами новинку 2023 Cutie Pear Палаццо Нобеле. Это вот эта крутая фирма Вальмонт. У них в основном все для ухода за кожей лица. Ну и, конечно, шикарные парфюмы. Так, ну что ж, откроем. Я не нюхала, специально ждала того момента, когда я вместе с вами понюхаю, и вот момент наступил. Брызгаем. Так, раз, два, три. Ой, какая остренькая груша. Я уже говорила, Cutie Pear — это симпатяшка-груша. Ну вот, действительно симпатяшка. Очень летняя, очень такая вот... Как я говорю по-английски, поки такая остренькая, которая колющая, такой колющий аромат, но в хорошем смысле слова. Кстати, у меня что-то напоминает, не могу понять, что. Так, пока давайте отложим и почитаем, что говорят во фрагрантике. Значит, Вальмонт, Cutie Pear, симпатяшка груша. Сладкий, фруктовый, цветочный, зеленый, свежий, акватический, древесный. Вот акватическость здесь есть немножко, вот остринка. И цветочность, прям такая зеленая-зеленая трава, не трава, какие-то ландыши, мне кажется, прям.